Очаков ТВ представляет. Привет. Привет. Ты что, блогер, что ли? Я? Да. Ну, нет. Не получается. У тебя хорошая камера, изображение хорошее, хороший звук. Это редко. Да, эта камера хорошая, кстати. Ну, не, да, неплохая. Спасибо. Нет, я просто планировала вести свои диджей-сеты, но окей. Вести свои что еще раз? Диджей-сеты. Диджей-сеты? Да. Сет — это как набор, а диджей — это то, что диджей. Набор, да? Треков, набор песен. Ага, то есть ты хочешь стать каким-нибудь MC? Дискотеку. Да? Ну, хочу создавать настроение. Круто. Когда тебе это в голову пришло? Да не знаю, у меня просто есть виниловые проигрыватели. А, и у тебя есть такой прям вот настоящий, этот, который так надо пальчиками крутить? Да, пальчиками крутить. А фонарить? А ну покажи. Я знаю, что они дорогие, эти штуки. Ну, вон. А, нет, так у тебя проигрыватель советский еще. В смысле? Нет, не советский. Ну, такой, который ставишь эту головку, да, и она крутится и играет. Виниловый проигрыватель? Ну, да. Нет, я думал, у тебя такой диджеевский есть, знаешь. Так это, наоборот, сложнее. А что, можно на таком что-то делать? Ну, да. Это сложнее. Это как? Ты ж запилишь эту пластинку. Запилю пластинку. Как нехер делать. Вот. И все, и выбросишь. Что будешь делать тогда? Ты куда выбросишь? В ведро мусорное. Потому что игла, когда ты будешь его так водить, она будет ее рвать, эту пластинку. Так у меня игла специальная. А, которой можно водить, да? Да. О, представляешь, я этого не знал. Ну, ничего страшного, вы узнали теперь. Да, а ты из какого города? Москва. А. Слушай, а тебе есть 18 лет вообще? Мне 34. Да ну, ты шутишь. Серьезно? 34? Ну, нет, я смеюсь, потому что на самом деле тебе можно дать намного-намного меньше. Спасибо большое. Вот, видишь, ты должна не хмуриться, а наоборот. Какая-то напряженная. Да, но, как правило, да, ничего страшного, ладно. Спасибо. Ты как-то напряженно разговариваешь. У тебя-то что, тут не складываются диалоги? У меня вообще не складываются. У вас складываются? Да, конечно. Ну, это прекрасно. У меня нет. Почему? Не знаю. Мне кажется, людей интересуют вещи разные, которые меня не касаются совершенно. Ну, а ты на какую тему вообще тут, на какие темы беседуешь? Ну, я бы хотела что-то узнать про искусство, про прошлое, что-нибудь интересное. Понятно. Вот. Слушай, а у тебя есть знакомые или родственники, кто ушел в Украину воевать? Нет. Нету? Странно. Мне кажется, сейчас нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Знаешь, такая песня есть? Я бы сказала, какой-то ответочка клёвый, но у меня пока ничего нет. Я бы сказала только добрыми словами. Я бы хотела пожелать всем, ну, как минимум, оставаться людьми. Ну, все, это мой максимум.
А там сами думайте и додумывайте свои там песенки и все дела. Не-не, слушай, людьми, а остаются людьми те, кто идет в Украину воевать, как ты думаешь? Не знаю, это сложный вопрос. А как ты думаешь? Я думаю, что нет. Ну вот, это тоже такая сложная вещь. Вот смотри, вот, ну, я расскажу о своей истории. Давай. Я ни в коем случае не за войну, там, не... Конечно, я против. Против насилия. Но лет 10 назад у меня была такая история, что приехала девочка из Украины. Я вообще... Я тогда в политической теме вообще ничего не... Не соображала, не смотрела, ничего не знала. Вообще никак не была посвящена. Ну, типа, оторвана совершенно от политической, экономической жизни. Ну, делала свое дело. Была девочка. 10 назад. С которой мы жили вместе. И с которым вместе спасали бабушку ее родственников от каких-то нападений. Я такая, типа, чего, какие? Ну, то есть для меня это, ну, с тех пор я тогда, ну, типа, помогла и все, и, ну, пошло дальше. Типа, я вообще никак это не воспринимала. Ну, глупость, да. Ну, как есть. Но, тем не менее, это было. И... Как бы та ситуация, которую я видела и в которой я участвовала, я не могу никак отрицать. И то, что сейчас происходит, я тоже не могу никак отрицать. И я нахожусь на каком-то перипетии. И что моей власти? Что, я должна вас спрашивать, как мне поступать? Я думаю, нет. Я думаю, здесь все люди... И по ту сторону, и по эту сторону. Я думаю, что мы должны друг другу помогать в первую очередь. А вот этот негатив, который вы хотите вылить друг на друга, я думаю, ну, делайте это. Ну, я это, ну, в себя не приму никак. Кто мы хотим вылить друг на друга негатив? Вот тут я не совсем... Ну, я просто говорю, что если вы хотите что-то негативное сказать, я... Ну, пожалуйста. Разве я сказал что-то негативное? Я пытался просто узнать твое мнение. Ну, вот я говорю, вот мое мнение тип... такое, что мы все равны. Я думаю, что это все... вся эта ситуация, она связана не с людьми. А с чем? А с какой-то странной политикой. А и политику разве делают не люди? К сожалению. Значит, она все-таки с людьми связана. Вы читали историю, книги? Вот что-то читали из этого? Я просто недавно читала Чеховский Петербург, например, книжку. Я поняла, что то же самое происходило. То же самое. Что там происходило? Ну, те же революционные движения. Ну, правильно. То же самое. Сейчас мы говорим не о революционном движении, а о войне между Россией и Украиной. Угу. То же самое происходило. Где? Люди были против. Против чего? Ну, в войне в Японии, например. Так, и? Ну, то же самое все было. Все повторяется. Так, и что? Это хорошо или плохо? Что все повторяется? Так это или плохо, как? Это плохо. Я еще считаю, что война – это плохо. Война – это плохо. Слушай, а СВО, специальная военная операция – это хорошо или тоже плохо? Я вам говорю о том, что мужчина, взрослый, поймите, что наша ответственность располагается вот здесь, в нашем приближении. Наши бабушки, дедушки, которых можем спасти.
и все. Вы думаете, что вы сейчас пойдете совершить революцию? Ну, окей, идите совершать. Я не могу совершить революцию. Могу помочь своим близким. Могу помочь, неважно, кто он, из Украины, не из Украины. Могу помочь своим близким. Все. А нужна чтобы революция России, как ты думаешь? Я вам говорю, я не политик. Нет, я спрашиваю твое мнение. Я же не говорю, что ты политик. Я тоже не политик. Но мнение-то у тебя какое-то есть или? Так, я могу рассказать сегодня мне об этой ситуации. Нет, нет, я спросил тебя, нужна ли революция России, как ты думаешь? Мне кажется, что да, революция в бумагах должна быть. А как она может сама случиться? Каким образом она может сама вдруг случиться? А как я могу внедрить, блин? Мне кажется, никак. Мне кажется, если есть люди тупые, блядь, они так не, и не будут тупые. Не ругайся, вокруг. Не ругайся матом. Чего ты начала ругать? Они так и будут тупые. Что я с этим сделаю? Ничего я с этим не сделаю. Тупые люди, кто делает революцию или кто против революции? Да мне насрать на эту революцию. Я просто говорю, вокруг меня окружают люди тупые, блядь. Я же тебя не про это спрашивал. Я спросил тебя... Как ты считаешь, нужна ли революция в России? Я говорю про то, что элементарно я не могу изменить то, что вокруг меня тупые, блядь, люди. Не ругайся матом. А ты говоришь, что я должна революцию какую-то совершить. Я не говорю, что я должна совершить. Я тебя спросил, как хотела бы ли бы ты, чтобы она совершилась. Да не хотела бы я ничего. Я хотела, чтобы мы все мирно, добро дружили, а не вот так. Я вообще хотела, чтобы все эти долбоебы сгинули. Не ругайся, не ругайся. Какие? Какие именно? Ну, вот это мое личное мнение, а не твое. Так я его и спрашиваю. Я твое мнение спрашиваю, а не твое. Я просто тебе говорю, вот у меня такое мнение. Виниловое. Виниловое мнение у тебя, да? Что долбоебы? Должны сгинуть. Не ругайся матом. Ну что ты постоянно? Тебе нравится ругаться матом? Да, я обожаю ругаться матом. А зачем? Ты ж показываешь свой низкий уровень культуры. Ну ничего страшного, мне низкий уровень культуры. А, кстати, между прочим, я в принципе представитель молодежи низкого уровня культуры. Ну да, я уже не молодежь. Кстати, я уже не молодежь. Но, тем не менее. Понятно. Ладно. Знаете что, вы меня можете сколько угодно выводить на какие-то такие революционные моменты. Знаете, да нет, я тебя спросил, ты ответила. Если ты не хочешь, боишься, знаете, отвечать не надо. Подождите, а вы знаете, как революция вообще в принципе выходит? Каким боком государства? Вы где сейчас находитесь? Я в Калифорнии живу. Угу. Так давайте в Россию-то и совершать революцию. Такой смелый. Разве я сказал, что я такой смелый, что сейчас приеду в Россию совершать революцию? Так вы же об этом заговорили. Я тебя спросил, хотела ли бы ты, чтобы в России произошла революция. Вы же заговорили об этом. В результате которой будет сменена власть. Причем тут же я? Мы говорили об этом. Об этом, о революции. Я спросил твое отношение к революции. Сидя у себя, комфортно. Сидя у себя. Да, да, да. Угу. Я же мнение твое спросил. Очень удобно. Удобно, конечно. Очень красиво. Очень хорошо, что тебе понравилось, Яра. Я старался. Спасибо. Ну ладно, если у тебя нет ко мне вопросов, я пойду дальше. Давайте. Давай, пока. Блин, капец. Виниловый подход, виниловое сознание. Не знаю. Блин, как-то так... Как-то у меня аж настроение испортилось вот от того, что... Человек, вот она, да, вроде бы разумная с вида, там, ну, правильная речь, что она вот, что человек так может реагировать,
Она не кричала там, да, не истерила, но я считаю, что такая неадекватность, вот ее поведение, я считаю, очень неадекватно. Неадекватным по отношению к обстановке, в которой она живет. Неадекватным, соответственно, там к нашему разговору, к моим вопросам, неадекватная у нее реакция была. Напишите, что вы думаете, друзья. Я высказываю свое мнение. А ваше тоже очень интересно. Вместе все это почитаем.